Ремонт у нас начался 20 мая текущего года. Завершить мы его планируем 20 декабря 2020. На данный момент полностью проложены вентиляционные короба. Подготавливаются помещения под чистовую отделку. Вставлены окна. Сделана гидроизоляция подвала, потому что у нас там были грунтовые воды, так скажем. Сейчас идет заказ материалов именно на отделочные работы. И до 20 декабря, как я уже сказал, мы закончим.